Всем привет! Меня зовут Елена Коваленко. Я эксперт в области продвижения MLM онлайн. И в этом обучающем уроке вы узнаете, как правильно создать видео, его структуру, с чего начать, чем закончить и что должно быть в середине. Как это видео преподнести так, чтобы человек очень захотел принять ваше предложение. Итак, смотрим и обучаемся. Продающее видео и его структура. В любом продающем видео должно быть действительно цепляющее начало. Например, вы можете начать с вопроса. Можно задать вам личный вопрос. Как вы думаете, имеет ли смысл? Мы отвечаем на вопрос, когда нас спрашивают. В голове у человека уже начинает идти мозговой штурм. Нужно найти проблему и ее решение. Вы продали перспективу решения проблемы с помощью себя. Например, ты сидишь на работе и видишь людей, которые механически делают свой труд. Они так не хотели идти на нее с утра, на эту работу, и ты заметил это. И так ли ты хотел провести свою жизнь? Или ты хотел путешествовать и в путешествиях реализовывать свой бизнес, вести его, используя планшет или ноутбук, там, где тебе хочется и когда тебе хочется, и с тем, с кем тебе хочется. С вами Елена Коваленко, и в этом видео я покажу вам, как за 20 минут можно решить проблему, которую большинство людей не могут решить годами. Они продолжают жить, как будто в замкнутом круге. Вы обратили внимание, да, что вы показали человеку, что у него есть определенная проблема, и тут же дали решение этой проблемы. Дефицит. Я не знаю, сколько это видео пробудет в открытом доступе. Не планирую держать его долго. В любой момент могу убрать. Поэтому вам имеет смысл досмотреть это видео до конца. То, что я даю только на своих закрытых обучающих тренингах. Но сегодня я решил поделиться с вами технологиями, с помощью которых вы можете решить свою боль. Друзья, вам необходимо сесть и досмотреть это видео до конца. Иначе в любой момент оно может просто исчезнуть. Покажите, что это видео очень ценно. Покажите дефицит этого видео. И тогда люди захотят посидеть, остаться до конца, послушать то, о чем вы говорите. Обязательно потом обострите проблему. Если вы сказали о проблеме, но потом ее не докрутили, то это сработает, но плохо. Нужно еще раз надавить на боль человека. Таким образом мы делаем эмоциональным наше видео. Эмоции вверх, эмоции вниз. Решение. Если вы заявили о проблеме и дали перспективу ее решения, то обязательно нужно дать конкретную фишку или технологию, как человек может решить ту или иную проблему, которую мы обострили. Решение должно быть коротким. Короткое. Вы должны показать перспективу того, что будет дальше с вами. То есть проблема у человека, что он не хочет работать на обычной своей работе, где мало платят, где нужно вставать с утра и каждый день идти в любую погоду на эту работу. У нас есть решение, есть готовая школа, готовый бизнес, который даст вам тот результат, который вы хотите, даст вам свободу, свободу передвижения и свободу выбора делать свой бизнес тогда, когда вы сами этого хотите. И домашнее задание. Запишите, пожалуйста, ваше продающее видео и примените структуру, которую мы вам дали, структуру вашего продающего видео. Выполните, пожалуйста, обязательно домашнее задание. Итак, ждем следующего видео. Ставим внизу видео звоночек, чтобы он напомнил вам об этом видео. С вами была Елена Коваленко. Пока-пока!